Здравствуйте, я Марк Пихоцкий из Беларуси. Я велончелист, и это мой второй год в Шатек Сент Мэри Скул. Мне кажется, что Шатек — это великолепная возможность для юных талантов проявить себя. Это раз, а во-вторых, я надеюсь, что мне Шатек даст возможность поступить в одну из лучших консерваторий мира – Джулиард. Здравствуйте, меня зовут Маша, я из Беларуси. Я приехала в Шатек Сент Мэри Скул, чтобы заниматься виолончелью, театром и вокалом. Мне здесь очень интересно. Это очень хорошая школа, это настоящий дом. Здесь много друзей, много возможностей. Просто чудесно. Перестань смеяться. И я бы пожелала каждому из русских студентов, неважно, из России, из Беларуси, из Украины, приехать сюда и понять, насколько это хорошее место, насколько это может стать вашей семьей и как много друзей вы можете здесь найти. Здравствуйте, меня зовут Егор, я из Киева. И поскольку я еще не знаю, что я хочу делать в будущем, и я со своими родителями решил, что я хочу развиваться разносторонне, и мы с моим отцом решили, что Шатек Сент Мэри Скул будет идеальным вариантом для меня, потому что Шатек имеет очень хорошую хоккейную программу, 800 человек на одно место, и оно дает очень хорошее обучение, и в жизни, если что-то не получится с хоккеем, например, я могу заниматься чем-то другим. Моя цель в жизни после Шатека дает возможность, что я могу поступить в хороший колледж, я могу там учиться, играть в хоккей, и потом, после этого, я могу уже решать свою судьбу, что я буду делать в дальнейшем. Всем привет, меня зовут Кристина, я из России, я из Ростова-на-Дону. Я приехала сюда из-за программы фигурного катания и просто для того, чтобы получить хорошее образование. Мне здесь очень нравится. Мне очень много тяжелой работы, но мне в это же самое время мне здесь очень весело. Я тренирую детей по субботам. Вы знаете, это, наверное, самые счастливые минуты, которые могут произойти со мной. Потому что я очень люблю детей, очень. Я желаю всем попасть сюда, проводить здесь много времени, потому что Сент Мэрис для меня — это семья, это мой дом.